Ровные дети. Помет оценивается не только достоинства и недостатки каждого конкретного котенка. Быть лучшим в помете всегда помогает именно равномерность помета и гармония. Все три серебра с белым. Серебро, серебро. Белые есть у всех котят. Более того, что абсолютно среди этих, этой троицы есть мои фавориты, я уже судила этих малышей. У нас один парень и две девчонки. Да, вот этот парень и вот эти две очаровашки. Хочу отметить то, что у всех трех котят очень хорошая форма верха головы. У девчонок, безусловно, я думаю, что это видно визуально. Очень хорошо наполнены низ мордочки. Великолепные, абсолютно круглые подусники, очень крепкие подбородки и очень плотное преломление ушной раковины, которая смотрит, как в данном случае, абсолютно на внешний угол глаза. Покажем вам их с другой стороны. Все три котенка имеют совершенно прекрасную, идентичную форму и пропорции тела. Хороший прямоугольный формат, абсолютно ровные ноги, абсолютно здоровые суставы. У девочек очень длинные, гибкие, сужающиеся кончику хвосты. Никто не падает, дети детские. Прекрасная подготовка. Подготовить ораву котят – это сложно, но это абсолютно правильно подобран, так скажем, в помете котят может быть 7 котят, 5 котят. Очень правильно владелец избрал вот такую гармоничную троицу. Итак, друзья, лучший помет нашего сегодняшнего шоу.